Петербуржцы пробежали 5-километровую дистанцию в память о 71-й годовщине Победы. В звездной эстафете приняли участие 500 адмиралтейцев. Дворцовая площадь, Дворцовая набережная, Марсово поле, набережная реки Мойки. Этот маршрут участники эстафеты преодолевали в среднем за 15-20 минут. В этом году спортсменам помогала погода. Я бежал 500 метров, на одном дыхании пробежал. Там горка вниз, и поэтому было легко бежать. Настроение отличное, хорошая погода, тепло очень. Друзей много встретил. Отличное настроение, потому что погода радует, солнышко светит. А пробежали, надеюсь, довольно неплохо, хорошо начали. Десятки сейчас бежим. Команда «На старт» в этот день звучала 7 раз. Школы, вузы, учебные заведения МВД и МЧС соревновались в отдельных забегах. Самым спортивным районом оказался Адмиралтейский. Более 30 команд и 500 бегунов. Первое место среди вузов занял университет имени Лесгофта. Школьники тоже старались не отставать. Очень, конечно, приятно поучаствовать, проявить свой характер, свое терпение и спортивные качества. Рассчитываем пробежать, по крайней мере, быть в десятке лучших, сильнейших города. Звездную эстафету можно назвать ровесницей Победы. Впервые ее провели в 46-м. Тогда Зимний дворец был финишной точкой соревнований. Участники бежали из разных районов города по улицам, которыми возвращались в город воины после Парада Победы в Москве.